Всем привет! Сегодня покажем самоделку, которая имеет три функции. Это торочит кукурузу, измельчает траву и делает травяную муку из сена люцерны. Кому интересно, смотрим. Итак, торочим кукурузу. Абсолютно чистые. Рассмотрим подробней. На раме стоит двигатель мощностью 1 кВт, 3000 оборотов в минуту. Это съемная часть для торочения кукурузы. На нее нужно пустить 750 оборотов в минуту, то есть уменьшить скорость. Для этого здесь стоит большой шкив. Стоит на двух подшипниках. Ящик для засыпки кукурузы. После засыпки кукурузы открывается эта заслонка. Кукуруза падает и заслонка закрывается. Когда перестает сыпаться кукуруза, открывается дверца и початки вылетают. Покажем конструкцию. Диск с отверстиями 13 мм. В него вкручены болты с обратной стороны и проваренные. Болты выступают на 5 мм. Сам диск вырезан из 5-миллиметровой рифленки. Между диском и корпусом должен быть зазор 10 мм. В этот зазор и отверстие просыпается кукуруза. Траворезка. Такая фракция получается из разнотравия. Съемная часть для резки травы. Здесь приварены два болта для фиксации мешка. Здесь сделан вырез, чтобы не залипала трава и нормально падала в мешок. Внутри расположено два ножа, подвижный и неподвижный. На подвижном ноже нижние лопасти сделаны по типу вентилятора. С одной стороны загнуты вниз для подброса травы. Трава подбрасывается и перебивается верхними лопастями. Здесь приварены небольшие пластинки для того, чтобы траву выбрасывало в мешок. Здесь установлена заслонка, которая наполовину прикрывает отверстие. Для изготовления травяной муки из сена люцерны вместо заслонки ставится такая сетка. И меняется нож. Нож аналогичный, к нему только приварены сегменты. Сегменты приварены здесь. Они дополнительно мельчат сено. И на крышке устанавливаются два дополнительных сегмента. Привариваются таким образом, чтобы сегменты на ноже проходили между этих.
Показать, как изготавливается травяная мука, не получится, потому что нет в наличии сена люцерны. У меня все. До новых встреч на канале. Ставьте пальцы вверх, если понравилось. Ставьте пальцы вниз, если не понравилось. Подписывайтесь на канал.